Всем привет, это видео про хомяков. Как вы догадались, я буду про хомяков рассказывать. Это хомяки, это хорошие животные, это домашние питомцы. Они очень любят поесть, особенно ночью. Хомяки такие животные, что они живут от 2 до 3,5 лет. Больше не живут. А иногда бывает, что и года не проживут. Еще хомяки иногда кусаются. Ну, есть такие породы, которые не кусаются. А есть карликовые породы, они любят кусаться. Есть такие породы, которые, точнее, все хомяки, которые очень любят бегать в колесики. Особенно ночью. Поэтому я советую вам покупать бесшумные колесики. Такие продаются колесики. Еще я бы вам посоветовал покупать хороший корм для хомяков. Клетки тоже, чтобы хорошие вы покупали. Ну, 60 сантиметров, от 40 до 60. Это хорошие клетки. Бывает, там комнаты разделяются. Если хотите, можете для хомяков туннельчики покупать. Можете большие миски покупать. Можете домики покупать. Например, у моего хомяка есть домик. И иногда очень любят за хомяками ухаживать, брать их на ручки, гладить. Правда, хомяки очень любят убегать. Они шустрее зверята. Они такие маленькие, у них хвостиков почти нету, маленькие хвостики. Ну и все. На сегодня это все. Давайте. До свидания.